Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Артур и Артём. Всем привет. Мы продолжаем проходить Dead Island Riptide. У тебя какой-то голос не такой был в начале. Я прямо аж засомневался. Туда ли я дозвонился? Это мой могучий голосовой аппарат. На самом деле в этом доме мы переночевали после того, как убили здесь одного афро... Я с ним не ночевал, сразу говорю. Нет, он был мертв. Тёма лежал вон там, он вообще в дровину. Задом. Я здесь на кресле всю ночь. И проснулся и спросил, почему у меня болит зад. А ты сказал, что я упал с лестницы. Тихо, тихо. Этого не было. Вышел такой на улицу, тупо ни одной лестницы. От этого человека ужас тогда случился. Господи, что это было вообще? Так, подожди. Ну что у нас по заданию лучше? Давай посмотрим. Уроки истории. Уроки истории. Где у нас задание там? Вырежи это, вырежи. Нет, это режиссерская версия. Храм Божий. Информация. Храм Божий — это основное. Мы будем как-то второстепенный там проходить, я не знаю. Ну, по тихой гавани нам нужно отправиться в Хендерсон по урокам истории. Нужно дождаться получения доступа в катакомбы. А где это все как бы находится? Принесите... Ну, нам просто нужно будет найти кое-что, но он не сказал, что именно, поэтому ждем. Народные методы найти целебные грибы. Это как бы оно уже давно у нас висит. Нет, целебные грибы — это нафиг. Так что я предлагаю пойти по основному сюжету и одновременно будем вон дожидаться получения доступа в катакомбы. И в Хендерсон так мы и попадем. Let's do this. Так, общем, это нам 150 метров, да, идти? А идти далеко вообще нет? Не, 150 метров. Вроде, если я туда смотрю. Нет, это понятно. Я просто по карте хотел посмотреть, куда именно. 150 метров — это понятие такое. Порядка 50 метров. 70-я параллель левее Парагвая. Так. Ну. Твое мачете меня продолжает пугать просто. Ну, нормально. Как-то еще вода упорота отображается. Нас кто-то увидел, услышал. Багов в игре. Да всегда так. Штуки 4 где-то. То туда мы с навигацией проблемы. Да. Блин, ну. Понравилось. Слушай, моя палка улетела куда-то. Да, конечно. Ну, а, блин, я не дотягиваюсь до туда. Ну и хрен с ней. Но было круто. Подожди, ну как так? Под лестницу. Мы не подойдем. Подойдем. Ох, под ладно. Лестницу пойди. Да не могу я под лестницу пойти. Это был голос за кадром. Это был голос разума. Да, кстати, мы тут сюжет познаем только исключительно через Дашу, которая нам между миссиями рассказывает. Хоть что-то, да. Смотри, есть чем кинуть. И самое главное, что ты понимаешь, это все бумерангом вернулось ко мне. Я не понимаю, как вот эта штука, она вообще... Ладно, ей не надо. Не буду думать, подберу аммиак. Очень, я не знаю, как это назвать. Это что, диалог или монолог был? Я кинул топор, и он вернулся ко мне бумерангом, поэтому я подниму аммиак. Это что-то из прозы, по-моему, из раннего. Даже меня проняло, говорит. О, смотри, это же прям... О, мы тут были. Там кто-то серьезный у нас. Храм сатаны. О, там, по-моему, хантер. А что ты туда идешь? Ну, нам нужно зачистить это место. Их тут много, но у меня скоро будет психоприпадок. У тебя, кстати, есть? Я не знаю, у меня сейчас не отображается. Только при свете луны. О, там ты видишь, там дверь, и кто-то ломится. И? Это явно не к добру. Ты видишь, мы идем. Он просто пытается убежать. Так, верните, пожалуйста. Смотри, живая. Смотри, тут у зомби рубахи какие красивые вообще. Таких еще не было. Не отвлекайся. А, да. Ах, меня током дернуло. Я ни при чем. Баллон, там баллон. Ох, и тут баллон. Ох, какой серьезный парень. Давай баллоном запусти. Нет, я предлагаю сделать вот так вот. Я не знаю, что это было, но ты мертв. Это называется великолепная... И мертв я. Не-не, я жив. Я жив, я сейчас подлечусь. Великолепная игра просто. Так, они за тобой, они идут убивать тебя. Да плевать.
Да Да, что ж ты дайте хочешь подлечиться, такое? волки. А, запинали. Как запинали? Запинали, Вася, запин. 1900 баксов. Ах, я не успел. Ладно. Ребята. Не нужно вам это. Да, блин. Выносливость кончилась. Ну, все нормально будет. Я думаю, да. Вот это какой-то не такой, смотри, он здоровый как бы, но он быстрый. Это вот эти вот музыкальные зомби или как-то так называется, я не помню. Как-то он необычно называется. Да, господи. В натуре музыкальный, смотри, как он. Да. На, говна кусок. Что у него есть? Истребляющая бейсбольная бита. Этим летом. Ушел. Хотя. О, тут я патроны в нашел. В принципе, ладно. Значит, где-то и оружие есть. Иди сюда. Подожди, отойди, отойди. О, смотри, идет. Отойди, отойди. Ты кинешь? Вот, молодца. Слушай, там кто-то, по-моему, встанет еще. Да, наверное, толстый встанет. Не-не-не, встанет уже. Рука чья-то лежит. Смотри. Не! Ой, не попал. Ох, так. Да ты сдохнешь, нет. Патроны для винтовки, для пистолета. Круто. У меня для дробовика не поднимается больше. Тоже. Наш друг баллон. Да. Он снова с нами. Он всегда с нами. Присматривает. Хлеборезка. Смотри, здесь, блин, столько патронов дают. Да, это неспроста. Еще это мне уже нравится. Сигнальные ракеты. Да, оружие не помешало. Полтора косаря с жирного. Ты поднял? Подожди, где? Ну, я поднял, наверное, тебе тоже засчиталось. Я, по-моему, сам, да, мне тоже. О, я нашел пистолет. Это круто. Немощное оружие, пистолет. Ну. Да пофиг, сейчас вот тут мы его прокачаем. Ну это, кстати. А это берета. А он. Что-то его можно прокачивать, нет? Я, честно говоря, сначала его нужно отремонтировать, как минимум. Такая его я не вижу. Может он есть? Мачете, хлеборезка, самодельная мачете, нож. Мне, походу, ну, нельзя. Не, у меня есть, вот модернизировать. Я не вижу его тупо. О, так. Пистолет, интересно, можно? Нет, это бейсбольная бита. Тоже. На них просто улучшение ставится, это скучно. А, модернизировать, я понял. Я в ремонте смотрю. Блин, так я его тут не вижу тоже. Что такое? А, вот он, пистолет. Господи. Ну круто. Мне просто вообще это огнестрельное оружие совсем не нужно. У меня как раз специализация швырять вещи. Так что. Ну, у меня тоже как бы не то, но пострелять хочется. Да я в миллионе других шутеров постреляю, а здесь как-то в другом пока что. О, смотри, карта есть, там можно будет быстро перемещаться. Стопа. Здесь дверь. Сейчас, подожди, я что-то с инвентарем тут разберусь. И вот так. Все, готово. Так, все, я активизировал. Fuck me. Так, хорошо. Затемнение экрана прошло некоторое время. Сейчас опять как обычно. О, это наши ребята. Смотри, укуснули, по-моему. Да. Ну, в принципе, у них у всех иммунитет получается, раз они выжили, остальные заразились. Ну, сейчас мы это и проверим. Ребята, давайте быстрее. Господи, часа 4, два человека в лодку залазило. И Тревор, я смотрю, не тоже неторопливый парень такой. Ну да. И наши по колено в воде такие. Ага.
Так, ну что, будем мы откачивать воду, нет? Сейчас она, похоже, нам и скажет, как это делать. Дка. Да, он по-прежнему предлагает. О, новый уровень, отлично. Умение. Ой, как они голдят сейчас сразу. Всем что-то надо. А это что такое? А, колючку надо расставлять. Помнишь, как мы защищали? Ага. Это задание взять надо, интересно, или просто... Мне кажется, вот тут Наверное... есть улучшить защиту лагеря. Но после того, как мы ее улучшим, сюда поломится зомби. Да, оно нам надо. Да давай, чё? А может, впоследствии как-то это влияет там. Вот типа как мы защищали, помнишь? Ага. Так, ладно, я пошел ставить. Кабели, аккумуляторы. А, это регулярное задание очередное, похоже. Зато даст модификацию молния. Прикольно. Молния. В сарае неподалеку отсюда. Аккумуляторы. Пилить придется. Неподалеку. Ну, 100 метров, в принципе. А, ну. Так, ты там чего уже за работу взялся? Да. Народ, главное, смотри, столько здоровых лбов, а мы одни впахиваем. А это всегда так. Так что нормально. Так, что куда еще поставить? Начальники! Начальник, да вроде все. Не-не-не, вот тут еще сзади. Где я там А, ты поставил? там поставил уже? Ага. Ну ты шустрый. Да в жопу этот забор, чего мы должны таскать? Я он себе вкатил Я увольняюсь. аптечку и все, и мне норм. Так, ну что? Парни, это же наши дубинки. Так, а как мы теперь отсюда выйдем? Через Серьезный верх. вопрос. Ладно, выйдем, а зайдем и потом как сюда? Постучимся. Окей. Дай Так, ну выйти что, даже. нам нужно. А вот тут вот, подожди, вот здесь вот товарищ, вот эта вот дама, Вот я выход нашел. она дает нам гарпун. Ты про гарпун-то забыл? Да. Так, но гарпун нужно будет поменять. Поменяю его на шотландский кортик. Нафиг. Хотя, блин, крутой кортик-то. Ну, он мой был. Не, у меня тоже был. О, вот это говно какое-то. Зачем вообще гарпун это нам? А чё я не могу его взять, я не помню. Тебе нужно выбрать какое-то оружие, Я зажать X, и тогда ты понял, поменяешь. но все равно он крестиком обозначен красным. 36 уровень, может поэтому? Возможно. Точно. Чё, говорит, я один это делаю. Не, не получается взять. Может, у меня инвентарь полон. Надо посмотреть. Возможно. У тебя Хрупкая появляется мышь. значок такой? Так. А, вот теперь могу. Да, просто был Миссия полон нужна. инвентарь. Короче, вроде все. Упорото смотрится, конечно. Заборы эти таскаешь. Так, ну что, на соточку сгоняем туда. Запросто. Ты взял дневник? Дневник где? Вот. Даже там взрывающиеся мины были. Ха, я не хочу больше. Хорошо. Один. А где выход-то? Ну, мы все заградили вообще-то. Окей. Этот звук, дорогие зрители, означал: о, господи, как мы могли. Возможно. А, мы можем. А, вот так, убери. Так, хорошо, по бырику. У нас, кстати, по одному патрону в этом гарпуне. Ну, я его вообще спрятал до лучших времен. Я думаю, им там какой-нибудь здоровяка надо будет лупануть. Так, ты знаешь, куда идти? Я за тобой тогда. Ну, вроде здесь проход должен быть. Потому что у Такой меня вот. маркер вообще в другую сторону показывает. Ой. Кого-то скушали. Здесь, говорит, исследовательская лаборатория. Пойдем посмотрим. Через 2 секунды. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Так, что-то мы уже по кругу тут 4 часа. Да на самом деле это я просто плохо. У меня топографический кретинизм, как обычно. Блин, вот эти вот 120 метров, придется там 3 километра обходить. Ну ладно.
Что поделать? Are you coming? Where are you? Уже выдохся, правда, но... Но я иду. О, местные, приятного аппетита. Бонжур. А, звук выстрела. Его ногам без разницы. Что я в них... Ой, он нож кинул и убил меня, офигеть. Класс. Да. Не знаю, огнестрельное как-то. Я его сейчас, конечно, постреляю. Это будет интересно. Ну, да. Но... И выкинуть. Ух ты, там, апперкотами. Да нет, я же пистолет. Да ляг ты уже. О, денег сколько дают, офигеть. Да. Немало. Так, алло, гараж. А, это здоровый. Ну, вот как раз пистолет с него. Голова-то лаконная просто. Вот, отлично. Зато здоровяков только так, с пестиками. Ну, мочить. Нам, короче, отсюда вот куда-то. Куда? Где ты? А, вон, вижу. Потерялась я. Я потерялась. Ну, нет. Такая. Ага. Такой. Гадя Петрович. Можно, говорит, отчество узнать? Не так, для себя поржать чисто. Да-да-да. Так, короче говоря, это все делается гораздо проще. Фига себе. Хорошо, только до него не дошло. Сейчас дойдет. Спокойно. А! Да так и не сдох, смотри. Да. Паразит. Лава-лава. Все хорошо, отлично. Пойдем. Как там раньше говорили, когда все в линейку играли. Град с тебя, град с тебя. Не, слава богу, не застал. Не застал. Чем черт, говорит, вы вообще не учитесь. Вот смотри, мы сколько пробежали, а по-прежнему 100 метров. Мы туда идем вообще? Вообще, примерно туда. Окей. Ух ты, какой напряженный. Блин. Спокойно. Ох, товарищ, что-то накрыло. Ах, шарахнуло. Отбеливатель. Ага, то, что нужно. Так, вот тут, короче, сейчас будет, похоже, зона отдыха. Ух, ты что сделал? С ноги. С прогиба! Выиграл. Ребята, что-то вас как-то много. Поэтому я предпочту просто сбегать. Так, подожди секунду. А он войдет сюда, нет? Войдет. Ой-ой-ой. Хорошо. Ты там далеко? Аман. Мужчина, заходите. А где вход? Так, я... Да нет. Я нашел, кстати, автомобильный аккумулятор. Новый, сюжетный предмет найден. Это все хорошо? Нет. Я смотрю, не очень. Лечимся, лечимся. Нормуль. Бесовская одежа. Вот искушение. Получи. Не нормально. Нормально все. Размотали. Так, ты взял аккумулятор, да? То есть да? У нас теперь можно заборчик наш. Угу. А вообще вот здесь... А здесь много чего. Короче, в каждом этом лежит что-то. Так, здесь я сейчас это задание поставлю. Еще аккумулятор. Ай, да свали ты, ну. Чтобы отслеживать, да что-то я как-то туплю. Ну так теперь нормально. Не, все равно туплю, конечно, но теперь нормально туплю. Нормально. Нормально. Так, еще один аккумулятор. Круто. Я думаю, это стоит отпраздновать. Оп, ом-ном-ном-ном. Все, меня клонит.
Ща, подожди, иди сюда. Смотри, как он. Получи. Да, блин, жив еще. Там у тебя что-то есть? Аккумулятор. Ох, меня шатает. О, блин, земля что-то качается. Земля, прекрати. Ох, там кто-то орёт. Еще один. Ага, жутко. Разорался. Так, все окей, последний, похоже, осталось. Я нашел пейнкиллер, да. Вот, отлично. Все, 203 метра. Да кто орёт-то? Да все уже, кто орал. Там орёт он, знаешь, подожди, нож, нет. Отбеливатель. Весь такое отбеливатель ощущение, собрал. Что, блин, его там, я не знаю. Здесь внутри кто-то есть, я думаю. Пойдем посмотрим. Сейчас, подожди. Я далеко. Ты иди вперед. Так. А я проверю посты. Да, как обычно. Сейчас я нахаваюсь яблок. То что со здоровьем. Печально. Все, я готов. А мы там заходили уже туда. Подожди, 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 тихо. Не заходи туда. Ух, их там офигеть. Давай, кидай. По-моему, она нормально залетела. Нормально. Ну, эффектно, по крайней мере. Нет никого, да? О, нет, тут кто-то еще. Живой. Давай. Буски его, буски. Да все, у него башки нет просто. Баллон. Ура. Так, лезвие, отлично. Молот. Ноуп. Так, за замок. Тут по твоей части. Так он же не закрытый был. Уже закрытый. А, вот, да. Ну, здесь на самом деле вещи дают какие-то так себе. Какое-то фуфло, если так уж называть вещи своими именами. Молоток мне не нужен. Так, там все. Канабо. Что это такое, я даже боюсь. Нормально. Так, ну и, короче, пилим короче, обратно. Пилим, вроде да, все получили. Лагерь защищаем. На машине или пешком? Полицейская дубинка нужна. Да пешком что-то. Хотя машина, в принципе, там целых 50 метров ехать. Полицейский беспредел. Come on. Блин, обожаю машины в этой игре. Жаль, что пока что тут у нас одна дорога, по которой можно ездить. Сейчас направо. Ой, налево. Мы проедем? Нет, не проедем. Все, приехали. Выходим. Покатались и хватит. Долго ехали? Ну, пусть все стоят. Да, пусть все стоят. Ну-ка, подожди. Подожди. Такой. Так. Угостил кого-то. За что же ты вот так? Да ладно, его даже не добил. Ой, сейчас опять тут толстый будет стоять, то. Ну, то есть. Так мы его убили вроде. Ну, они бывают, что здесь появляются по новой. Ну, а нет, вон лежит. Я думаю, не в этом случае. Ой, запыхался мой братюня. Ну да. Вот, смотри, опять кто-то идет. Чё ты хочешь? Там толстый? Нет. Нет. Ну и хорошо. Блин, я его втащить хотел, ну ладно. Это нормально. Так, а мне нужно поменять, скажем, топорик поставить вместо пистолета. Пистолет? Фуфло. Как-то. Вообще, да не да. То, что фуфло. Вот если я не знаю, с клавомыши играть и попадать всем в голову, то... Да и то, он как-то стреляет. Ну, блин. Я не туда пошел? Да? Или ты не туда пошел? Ты не туда пошел. Блин! А вот сюда. Подожди, нет. Заблудал. По маркеру нам показывают в ту сторону. Но мы же пришли... Ну, я смотрю по карте. Ага. И, в принципе, нам сюда, да. Окей. Прострада, мы отсюда пришли, но не знаю, короче. Нормально. Вон она уже, видно. Нет, ну нам же не сюда тащить. А куда? Подожди, у нас задание... Ну, у меня показывает 15 метров туда. Ну найди... А где его подключать? Не-не-не, два электрокабеля там нужно найти еще. А, да? Блин. А, фу, я не по тому маркеру вообще. О, как все запущено. Я там сам себе маркер поставил, сам себе по нему иду, играю. Нормально.
Сам себе waypoint. Сам себе, да. Человек GPS. Ух ты, смотри-ка, мой универсальный топор до сих пор тут. Ну, это потому, что он универсальный. У, ребята, у вас тут слишком много. Я ж припадочный, я ж могу. Ну, кстати, да, надо не забывать. О-о-о. Они все умерли. Они все убрали. Ой, здесь смотри, какие-то растения. А нет, мне показалось, их можно собирать. О, там орёт кто-то. Это ж не Skyrim. Смотри, а по сути, ведь мы здесь уже были только недавно. Я здесь Раз свое 800, оружие да. потерял. Или не здесь? Почему бы не сразу? Так, зеленая область. Заткнись. Фэтбой идет. Слим. Так, ему, я думаю, нужно вот так. Ради. Как переводится Фэтбой Слим? Толстый парень, тонкий или Не. что? Непереводимая игра слов. Я не могу это логически перевести. По-моему, в данном контексте это как сальный какой-то. Ну, короче. Да ну, фиг знает. В комментариях знатоки нам подскажут. Ох, как мне нехорошо. Да я думаю. Так, я пока тут приму. Дохнуть будем. О, ты вытащил ты свою мачете. Да, блин, я умер. Да, вытащил мачете и I'm dead already. Две сто вот. Да, я манал. Нормально. Рехнулись нам вообще. Охренеть. Так. Я больше не хочу умирать. Да-да-да. По два косаря отдавать. На похороны. Так, что там? Так. Нашел? Ощущение, а что... где ты вообще? Кто здесь, залез? Здесь нужно уметь быть ловким, красивым, умным. У-у-у. Короче, это не про меня. Я сюда не запрыгну. У меня сейчас вообще проблема с прыжками в этой игре. Ну, короче, давай по-быстрому. Ну, тут стол починочный есть, так что смотри. А, все, я смог. Ура! Офигеть. Все. Молодца. Он еще живой, что ли? Да не. А че я не дал ничего? Так, в общем, вот они, мотки. Один и второй еще нужно найти. Так, сейчас мы отремонтируемся. Больше меня интересует, как мы теперь отсюда убираться будем. А, вот. Вопрос интересный. Так, отремонтируй, да. Там просто открыть дверь можно было? Нет, это выбить ее надо. Сможешь с первого раза? Давай, челлендж accepted. Нет, конечно. А, правый стик. Я даже не знаю, какой стик. Нет, не смог. Ну хорошо. Да. Бра! Бахни, бахни. Бахнул. Че бахнуть-то? Я разобрался со взрывным парнем. Это новая тактика. Да. Так, ребята вроде больше не хотят вставать. Да, что ну, там, кабель-то увидел уже? Вон он. Да не, я тут лутаю. Большая батарея. Большие города. Провод. Окей. Так, коллекционный предмет. Записи Анжелы Гуэры. Анжелины Джоли. Анжелина. Так, и что? И что? И пошли сюда, ты не туда вышел. Тут есть... потайной ход. Все. Так, стоп. Я пошел назад. Чтоб когда я вышел, этого не было. Так, отсюда мы не пройдем, кстати говоря, по-моему, нужно оттуда. Правильно, идем там, где я хотел. Ага. Ой, откуда ты тут взялся? Мой. Нет. Как капец, он, ты бы видел, как у него топор в голове застрял. Я это вижу. А тут скалолаз попадался, короче. Смотри, такой. Я скалолаз. Спускайся!
Блин, нога там осталась. Он, по-моему, обиделся. Ладно, топим. Не, ну гопники, гопники такие. Да, страшно, конечно. Всех ну, помучили. Страшная игра, на самом деле. Да, очень страшная. Так, все, наших там не съели, никого, ничего. Да кому они нужны? Так, ну я, пожалуй, все-таки закрою. А ничего, наши заборы нет, стоят заборы нормально. Ты там отдай пока все наши вещи. Very good. Good. Откуда она вообще знает? А, ладно, не важно. Модификация молния стоила того. О, две больших аптечки, круто. Помогите Зое поддержать сообщество. Я даже боюсь предположить. Сейчас начнется. Мины скучно. А, мины по сюжету делают бабах. Нафиг, короче, да? Да, ну сейчас опять придется бегать там за кабелем каким-нибудь. Если бы оно какой-нибудь чертеж давало хотя бы. А там что дает? Я даже не глянул. Ну ладно. Мины. А, да, мины. Она нам будет потом мины собирать. Мы этими минами говно так часто пользуемся. О, смотри, забор теперь на самом деле под напряжением. Да. Круто. Блин, как мы выйдем-то? Вопрос интересный, потому что тогда там и забор... А нельзя ли в магазине так же стеночку приподнять? Да-да-да. Да чё, просто снимаем забор, и все, он уже током не бьет, чё. Так, ну ты поставь все-таки его, мало ли что там. Я думал, мы тут только выйдем. Руки быстро... Нет, нам же тут, у нас же тут сюжет. Чё-то мы кругами ходим. Потому что мы вон упоролись. Да, как всегда, да. Вот парень. Там охренеть сколько воды. Умный. Мастерская. Забросьте. Нет. Блин, нет. Давай принесем. И тупо, короче, всю игру не прошли, потому что... Впадлу стало нести этому парню насос. О, 500 метров, офигеть. А, это получается... Это получается на следующую всю серию. Ага. Так, это по дороге, в принципе, можно будет доехать до этой научной станции. О, да, далеко. А там пешкодрапчиком. Там быстрое перемещение живет. Это слишком скучно. Хотя, ну, ладно, да, на самом деле. Так, лол, это к лаборатории биосфер, по-моему, нужно будет самый таким. И оттуда пешочком. В принципе, не и так что, далеко. До сих пор пятая миссия? Ну, я думаю, сейчас она уже закончится, кстати говоря. Сейчас она будет уже шестая. Так, мы внутри лаборатории. Так, теперь мы выходим. уже оттуда идем пешком, да? Да. Да, окей. Так, надо уровень поднять. Ладно, потом за кадром. Хорошо. Чтоб не тратить время. Так, I'm here. I'm waiting for you. Let's do this. Well. Миссия. Многие выжившие подались в джунгли вглубь острова. Хорошо. Так, местные, как обычно, тут харчат кого-то. Работа такая. Так, на самом деле, я оказался чуть дальше, чем думал. Опять этот логодром. Ладно, все. Отпустило. Так, в общем, получается, нам сейчас... А, в принципе, мы все правильно сделали. Нам вот сюда вот... Да, идти. Да, да. Ближе все равно бежать, вряд ли бы получилось. Здравствуйте. Не заходи. Блин, предупреждай. Так, вот. Я сзади прикрою. Да, за это там тоже ребята. Что-то они в этой части не горят как-то особо. Ну, наверное. Сейчас поджигаешь, и они тухнут. О, ты понял? Я теперь... Что?
Я голову топчу, я не ногой на нее наступаю, а двумя прыгаю. Страшный человек. Вообще страшно. Так, здесь наверняка сейчас кто-то будет. Ну да, вон там. Целая шобла. Давай пойдем. Они меня уже не отпустят. Ну ладно. У тебя этот зверин-то есть? Я есть, да. И теперь ты их не отпускай. Ну я на толстого его хочу пустить. Ну, первым делом убей толстого, а потом уже... Меня сейчас самого убьют. Меня убили. О, блин, как ты вовремя зверин сделал. Не говори. Нравится. О, ладно, все, я тебя оживлять не буду, потому что мне с мамой тут сейчас да, нарежет. Профукал. Даже зверин не помог. И 1900 баксов. Ох, ты смотри, какой он противный. Потому что никто не любит толстых. Ох, какая пакс. Ладно, пока он танцует, вы можно и уровень поднять. Наблюдать ритуальные танцы местных жителей. Местных жирных. Ты слишком категоричен. Ну, приходится. Ой. А, денег-то много дали. Ну, блин, не столько, конечно, сколько я потерял. Так, потом. Мой маркер меня сбивает с толку. Во, смотри. Да мака. Make us whole. Так, мы туда пришли, что меня терзают смутные сомнения. У меня светится какой-то значок. Быстро убегать, нам... интересно. Так. Наверх. Не делал так, как я. Ну, ты добрался куда надо? Вообще, да. А, ну тогда ладно. У меня пелена какая-то, я не знаю, что со мной. Я умер просто, все, у меня ноги поломались. Я скончался. Я говорил? Я говорил. 1519 долларов, отлично. Так, я резнулся рядом с зомбарем. А, я, кстати, знаю это место. Мы с другой стороны просто пришли. Это... Где мы лодку искали, помнишь? Да помню. Упоротое место. Тут блевуны были. Ой, аккуратно. Пару коктейльчиков. Вовремя ты его. А, блин. Паралич мачете мое. Ладно, зато схватил. Так, у тебя там все хорошо? Нет. Я отваливаю. Ладно, сейчас размотаем. Блин, надо было там к торговцу зайти, что ли? У меня же аптечки кончаются. Да нормально, сейчас все купим. Так, хорошо. Чё? Смотри, там еще один пытается подняться. О, паразит. Так, а с этим что делать? Я даже не знаю. Ищите, я не думаю, что цель. Он загорится от этой штуки. Да, да, она не поджигает. Больше меня перепугало на самом деле. Потому что я не сразу понял, что это такое. Так, хорошо. Оружие хорошее, не так много осталось. Все пораскидал. А, это было... Уходим. А, выпусти меня. Нет, гори. Burn. Да твою... Помните, дети. Я не знаю, я целюсь между столбом и домом, но все равно попадает в столб. Вот такой парень, говорит, я подойду. Такой идет. Ой, ты видел, что это? Ты опять кинул? Да. Как раз, когда я стоял рядом. Потому что я упорот. Но он сдохнет, нет? Нет, сдохну я. Так. Вообще здоровье улетает на раз-два. Я даже не успеваю сообразить, чтобы аптечку включить. А он уже... Да, блин, этот блевун, господи. Мне сейчас да нужно ты. Вещей повыкидывать, всяких отстойных. 1100. Сейчас за него больше дадут. Ох, он бесит. Смотри. Все, сдох, слава богу. Фу, не люблю вот этих жирных и вот этих здоровых, которые... Не люблю их. Так, Жирный, как поезд пассажирный. Что с тобой? Пистолет я выкинул. Тебя бьют. Блин, да кто улетел. Меня... Обещал вернуться. Надо а меня бить. Как нам попасть внутрь? Вообще нам надо? Ну да, судя по всему. Судя по всему, надо. Где-то здесь есть вход, он, по-моему, вот тут вот как-то... А, подожди. Секунду, я понял. Тебе нужно идти за мной.
Follow me. If you want to come. Типа того. Нормально. А я паркур. Че, смог? Ты типа перепрыгнул, что ли? Нет. Там да, тут нет. Потому что ты сбил меня с толку. Конечно. От волнения я просто вынужден был упасть. Конечно, нет. Так, вот тут по крыше, короче. Мы сейчас попадем туда. Да, это, блин, упорото. Я предлагаю, знаешь что? Для экстриму. Сейчас поднимись. Сейчас. Там опять упал, что ли? Да. Подожди, я вот сейчас вообще аккуратно надо идти. Так смешно выглядит. Очень аккуратно. Фух. Бояка такой. Так. Короче, вот, поднимайся. А теперь мы с тобой нажрёмся в дрова. И закончим серию? Нет, и пойдем туда, убьемся. У тебя есть алкоголь? Да, конечно, есть. Что за по три бутылки выпиваем и идем дальше. По четыре. Четвертая вообще, она в говно разрывает. Ладно, давай. Так, пошло. Сейчас. Вторая. О, уже хорошо. Два. Три. О, уже. О, я упал, подожди. Тихо, главное, с крыши. А я стою, я стою. Да, ты крепче. Так, все, четвертое. Вошло. Теперь. Нам попасть бы. А куда нам вообще надо? Вот по этому узкому проходу. Это невозможно. А, мать. Я это сделаю. Да, я упал вообще с крыши. Нет, я это сделаю. Нет. Я просто. Я упал сквозь. Ну, я. Ты же понимаешь, что нам теперь. Я с лицом упал. Ой. Что нам теперь там опять перепрыгивать, все по новой надо. Подожди, я спринт включил с этим делом. О-о-о. Твою дивизию. Это была вообще лучшая идея. Напиться и упасть с крыши. Это круто. Так я не просто упал с крыши, меня как-то кувыркнуло, как обычно. И я упал вниз в грязь. Ты в лестницу упадёшь? Я не могу попасть. Есть у нас традиция такая. Да, каждый раз. Сейчас опять будет круто. Вот тут вот именно надо войти в синхрон, то есть... Там мозг как раз даже для этого расположен. Ой. И он так лезет аккуратно, типа такой ч-ч-ч-ч. Все, я протрезвел, я пройду. Почти. Нет, я еще. Меня еще штырит. Надо сблевануть. А, блин. Это ты все виноват. Ты не отговорил меня. А-а-а! Это нормально. Да че говорит, короче. Ты трезвый, ты не можешь. Пол серии два чувака пытаются тупо перейти через. Я перейти не смогу, если я только перебегу. Ну-ка, так. Вот так. Вот так вот называется. Ладно, не буду говорить. Тема! Давай. Ушатанный такой. Все, у меня уже не так страшно. Везет. Печеньем травились, короче. Ага, конечно. Сможешь. У меня ты какой-то тремор теперь начался. Руки трусят. Нет, все нормально. Это называется похмелье. Да. Так, вот где-то тут, я думаю. Давай, чё? Песня! Не-не-не, ты зря это сделал. Там баллон надо было взорвать, бочки просто. Ой, ладно, ты можешь кидать, потому что я уже умер. А чё кидать-то? Ну, я не знаю, там в баллон кинь что-нибудь. Ты же умеешь кидаться? Ой. Я не докинул. Это было упорото. О, коктейль, господи, чё это? Ой, у меня бы сейчас зверина. А, ты там внизу, да? Да, был. Ну, ладно. Тимплей! Ну да, ты собрал их всех кучу, я угостил их коктейлем. Ладно, меня харчат. Я целую штуку потерял. Так, да что ты? О, да блин, хватит там быть. Хватит там быть. Смотри, там еще рядом бочка. О, там еще кто-то идет. Жирный идет. Да не трогай его.
Я уже подумал, что все. Мне опять вся жизнь перед глазами. Мне жаль на него было тратить коктейль. О, я алкоголь взял. Надо. Там кто-то. А, там этот толстячок. Окей, а что мы тут делаем? Электронный хлам. Шестерни. Что мы здесь делаем? Я не могу понять. Ты не помнишь вообще задание, да? Насос. А, насос, господи. Давай так. Просто хватаем насос и уходим. Да сейчас, подожди. Я выманю его на свежий воздух. Давай. Я телефон хватай нашел. Насос. Да подожди. Здесь есть... верстак, ты там пока, я думаю, ты справишься. Да, да, все хорошо. Есть очередной дневник. Твою мать, он не пустил меня. Ладно, я не обижусь. Я просто закрыл дверь и ушел. Сейчас у нас с ним будет ману, эману. Человек против Логана. Так, мачете прокачать, пожалуй, господи, прокачать, отремонтировать. Утомляющая хреборезка. Чё ты хочешь? Чё? Пошёл отсюда. Чё ты там делаешь? Это... Ой, у него такое лицо доброе. Раздирающий когти. О, это по мне. Модернизировать. Хорошо. Это маленько пошарашило. Так, все, забираем. Я не знаю, как мы его потащим, конечно. Почему я не могу сделать раздирающие когти? У меня вроде все есть. Требуется базовый предмет. А, тут, ну, шипастый кастет. Какого хрена? А вот, смотри, что еще. Ты сундук открыл там? Да. Вот это круто. Блин, я не знаю, на самом деле. Так, когти мне не особо нужны, число. Ну, нет. Я бы взял, но я не могу сделать почему-то. Ну, чего-то не хватает, видимо. А дневник ты взял? Да. Блин, теперь будут галдеть. Ничего. Так, что, тащили? Это будет непросто. 500 ну, да, метров тащить эту дуру. Ну, давай. Ты неси. А ты? А я просто... Там лодка где-то поблизости, по-моему, есть. Вон она. Нет. Подгонишь ее? Не, вон она. Через дорогу. А, через жирного. Ладно, сейчас подгоним. Он тут пока тупит. Hold on. А я сам подойду. Сейчас мы сюда погрузим. Вот. Садись. Садись быстрее. До свидания. Ой, мне хана. Чё так? Потому что со здоровьем беда. Так, и мы едем. Мы отсюда проедем вообще? Да. Куда нам нужно? Так, это ты правильно плывешь. Ох, это нам порядком придется пилиться тут. Там столько узких мест, что я не уверен. Будем пробовать. Кстати, серия уже 50 минут идет. Ну, как обычно. Да. Ну, а как тут прерваться? Ну, на да, самом интересном месте. Так, нормально идешь. Я на самом деле так наугад, конечно. Но ну, думаю, правильно. Нормально, нормально. Ой, вот это. Так, сейчас направо. Ага. А сейчас вот я не уверен, то ли налево, то ли направо. Налево похоже. Налево. И там просто узкий будет, узкое горлышко такое. Направо. Вроде входим. Ой. Да. Нет, не входим. Чёртова лодка. А-а-а, что ты делаешь? Нормально. Танки грязи не боятся. Так, дальше. Ну, дальше приплыли. В принципе, тут. Сейчас какой приплыли? Паркуем. Еще 180 метров. Как это пешком идти, походу. Да не, нет, по воде доплывем. Поплывем? Да, тебе дальше, только не в дерево.
Ой. В Куда принципе, дальше? тут пешком. Да, Он прям. не... Не-не-не, прям. Еще прям? Но не на берег. Да нормально. Ну ладно. Все Сейчас так. выйдем. Ой, мужчина, уйдите отсюда, нам без вас А, нехорошо. мне больно. Я умер. Ого, к тебе идти далеко. 35 метров через этих трупов. Твою мать. Ты там как? Не норм. Бывает. Вы, гражданка, не кричите. Мужчина. Ай, поставь, поставь, поставь. Ну поставь же. Да я не могу поставить эту. Я вообще меня заглючил. Все, я поставил, валим отсюда. Япона, мать. Вы едете? Нет, я отомщу. Ладно, я за рулем. Ветошь, ветошь, я нашел ветошь. Давай. Коктейль сделать. Все, погнали. Упс. Так, я сейчас прям в пальму поверну. Окей. Окей, сейчас отсюда нам немножко нужно будет кругануть. И как раз сюда приедем. Прям к тому самому месту. Круто. Вроде как. Не, ну вот этот, конечно, когда ты вытащил его. Очень, кстати. Факт. Оп, гнилушки. Что ты там делаешь? Ну я хотел, знаешь, как он на коне скачет вверху. Шайтанама. Мы тут уже третий круг нарезаем. Не-не-не, все нормально. Ну Вот, ладно. почти при. А, меня так сильно ударили, что я прям не знаю. Вот, с доставкой на дом. Он бежит именно уверенно за нами, этот чувак. Вообще полностью уверен в своей безнаказанности. По-моему, кому-то нужно отомстить. О, он меня сейчас грохнут опять. Да япона мать. На. Что это было? Он голову потерял. Так, Ладно, ребята там вроде я успокоились. открою калитку. Бля, они ходят как зомби. Ты зашел? Да. Хорошо. А что они там закрыли? Двери закрываются. Ну, потому что охрен его знает. Это я закрыл, когда уходил, по-моему. А, она сама. Да все, плевать на ее идеи. О, две аптечки, круто. О, новый уровень. На чуть-чуть не хватило. Шотландский кортик, круто. Опять? Так, ну, чё, я предлагаю включить насос в следующей серии уже. Предлагай. Ну, ты в смысле уже все? Да. А, ну, короче говоря, посмотрим. Я думаю, там будет жутковато. И это, по-моему, хорошо. Ну, пора бы уже. Да. Очередная упоротая серия. Мне очень понравилось. Блин, дождь пошел. Короче говоря, увидимся в следующей серии. Там пойдем в эти катакомбы. Я думаю, будет очень круто, потому что закрытые помещения и море кровищи на стенах. Да, то, что да. надо. Главное не забыть побольше аптечек купить, а то как обычно будет. Да, еще бы мне дробовик, потому что закрытых помещений это просто чума. Ты придумал. Так, в общем, увидимся. С вами были Артур и Артем. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.